Всем-всем большой привет! Хочу показать свои покупки, которые я совершила в марте месяце. Дело в том, что много чего я купила на подарки и уже не терпится их подарить, и копить до конца месяца средства не хочется. Поэтому давайте я покажу, что же вот за полмесяца у меня было куплено. В совершенно обычном магазине косметичка, как-то так он называется, или подарок, как. В общем, в обычном косметическом магазине я увидела оригинальные упаковки гелей для душа и жидкого мыла. Решила, что мне оно надо, и как раз именно их я купила все, что были в магазине, чтобы дарить подарки. Оригинальная очень упаковка. Вы посмотрите, какая красота в форме фрукта, причем срезанного. Это с ароматом персика. Ароматы очень приятные. Консистенция достаточно густая. Мне кажется, как подарок будет очень-очень оригинально использоваться. В нем 500 миллилитров. Вот такие вот классные фруктики. Первый персик. Второй. Так, сначала я вам, наверное, гели покажу тогда. Или что попадется под руку. Потому что будут гели для души и жидкое мыло. Следующий гель для душа вот такой. Вы посмотрите, он прямо даже в пупырышку. Тоже срез. Ну, тут уже без косточки, зато с листиком и с божьей коровкой. Этот гель грейпфрут. Вот здесь все написано. Не знаю, вам будет видно или нет. Сфокусируется камера или нет. Вот, видно. Чтобы было... И вот такой вот оригинальный. Все ароматы очень понравились. Такие приятные. Прям классненькие. Следующий. Гель для душа. По-моему, папайя. Вот такой интересный. Тоже с листиком, только уже листик такой осенний. С божьей коровкой. Согласитесь, подарок исключительный. Когда закончится, как жидкое мыло, прям красота. Обязательно себе тоже оставлю. Так, это уже крем-мыло, груша. Вот такая матовая, непрозрачная уже текстура у самой упаковки. И аромат очень приятный груши. Тоже здесь все написано. В каждом по пол-литра. Такая красота. Следующее тоже крем-мыло, тоже цитрус, но уже апельсин написано. Я очень люблю именно цитрусовые ароматы, поэтому для меня вот такие вот цитрусы, прямо аж слюнки текут, тоже срезано. Красиво, здорово оформлено, конечно, оформление на высоте. И последние два впечатлили меня, наверное, даже еще больше прежних. Первый – это гель для душа «Ананас» в форме вот такого мороженого. Здесь вот кусочек ананаса. Аромат не просто ананасовый, а именно пломбир с ананасом. Очень вкусный. Прямо вот хоть пей. Ароматный, вот, прямо впечатлил. И последний такой. Только это уже не гель, а крем-мыло. Вишневый. Вот такая вишня с пломбиром. Ароматы бесподобные. Вот прямо хочется съесть или выпить. Тоже согласитесь, как дозатор под жидкое мыло потом очень-очень симпатично будет смотреться. Поэтому я решила уже показать вам покупки. Хочется подарить, чтобы кто-то еще успел тоже радоваться таким подарком и пользоваться. Вот такая вот фруктовая коллекция и мороженое тоже получилось. Так, что же было у меня еще в покупках? У меня вообще в запасе нет, только то, что сейчас в использовании почти закончилось. Это интимное средство.
и взяла от красной линии жидкое мыло для интимной гигиены. Тут аромат календулы идет. Написано хорошо и очень часто слышала хорошие отзывы на это средство. 250 грамм. Сама ни разу не покупала, хочу попробовать. Далее. В Магнит Косметик забегала. На подарок тоже взяла. Вот такие два кусочка мыла от Kerasis. Ароматы у них разные. Первый. Так, легкий аромат розы и спелых фруктов. Вот такой. А второй кусочек. Нежный персиковый аромат. Подарит коже ощущение комфорта и блаженства. И персиковый аромат. Вот такие два кусочка. Был третий еще кусочек. По-моему, там травяной аромат, травы. Но я знаю, что девочке, которой я хочу подарить, у нее уже есть тут. Дальше хочу поделиться дикой радостью. У нас в сентябре открылся Магнит Косметик, и я уже все уши вам прожужжала, насколько я рада, потому что в магазинах, в обычных косметических, у нас все стоило в 3 раза дороже. Тот же Organic Kitchen, вот эти баночки, у нас по 110 рублей в обычном косметическом магазине. И когда открылся Магнит Косметик, моей радости не было предела, потому что там еще и скидочные дни, и для меня там просто копеечные казались цены. С нашими зарплатами это вообще просто был подарок. Но на днях у нас открылась Улыбка Радуги, второй магазин. Прямо несказанно, реально несказанно я была рада этому событию. Сегодня я в него попала. И давайте покажу несколько первых моих покупок, которые я совершила. Когда я увидела вот такие вот баночки от Organic Kitchen, радости моей не было предела. Цена была в районе 60 рублей. И плюс еще там копятся баллы. Я купила карту, покажу позднее ее. И эти баллы потом становятся рублями, тоже можно менять. Получается, оно еще дешевле, чем 60 рублей. То есть для меня это вообще какие-то смешные цены. Так, розовая мочалка меня привлекла. Очищающий скраб для тела, букет пионов и органическое розовое масло входит. Давайте откроем, посмотрим. Так. Вот такой вот он, позитивный, розовый, симпатичный. Пахнет сладкими пионами. Вот пионы с сахаром. Вот такой аромат. Взяла я 2 баночки, одну себе, другую в подарок. Следующее, что я там взяла... От Делике. Вот такой бальзам для губ. Фруктовое сияние граната. Тут защита написана у него есть. Во-первых, аромат граната. А во-вторых, у меня бальзамов-то, конечно, много. У меня нет ни одного цветного, чтобы бальзам был с цветом. Я подумала, что этот будет давать цвет. Давайте откроем, посмотрим, потому что я хочу им пользоваться. В запас я его не планирую убирать. Если он действительно с цветом, то я буду рада. Так, простите за хруст. Вот так вот он выглядит. Давайте вместе. Да, смотрите, розовый, нежный, нежный. Я боялась, что будет такой темный, вот такой вот вишневый. А мне такие цвета не идут. Так, ну сейчас посмотрим, будет ли он рисовать. Едва-едва-едва заметная. Видите, розовинка небольшая-небольшая. Может быть, он будет еще проявляться. Не знаю. Ну вот, пока я тут нахожусь, понаблюдаем. Но розовинка есть. У меня губы почти не имеют пигмента, и поэтому вот эта розовинка меня будет только радовать. Вполне. Яркий, красивый такой сладкий аромат граната. Сладкого граната. Вот такой. Довольная. Мне нравится. Так, я камеру задеваю, простите. И увидела на полках мыло кусковое по 7 рублей. Я вообще не знала, что есть такие цены. Это так, оказывается, классно. У нас самое дешевое мыло это 20 с лишним рублей. Фреш. У меня таких 2 кусочка есть. Я купила сейчас 3, но я вам покажу. Ну вот, 2 каких-то из них у меня есть. Но взяла на подарок и...
Ну, мыльницу положить тоже можно. Но я думаю, что я взяла больше на подарки. Первый мандарин и белый чай. Взяла два кусочка. Вот прямо цена меня подкупила. Второй. Вот это вот как раз у меня и нет. Фреш, инжир и лаванда. Такой один кусочек оставлю себе, а второй уже в подарок. Вот их два. И еще один взяла. Это клубника и киви. Очень интересные кусочки. Они там прямо кругленькие. Кругленькие, а тут такая как вмятинка. Настолько приятные и милые. Прямо вот такие вот. Ну, по 7 рублей еще с них и баллы. Ну, не знаю, у меня прямо радости нет предела. Ну и, соответственно, мне дали вот такую вот карточку, что карту, ну, на которую копятся баллы, будет иметь выгодно. И я купила за 50 рублей саму вот эту вот карточку. Зарегистрировала ее на сайте, на котором тут говорится. Активировала карту, и теперь у меня есть вот такая бонусная карта. Те, у кого есть эти магазины в городе, наверное, думают, что я сейчас рассказываю какую-то банальную ерунду. Но для меня это прямо очень яркое событие в жизни, потому что давно хотела такой магазин в городе. Если у нас еще откроют и подружку, вообще моей радости не будет предела. Потому что я знаю, что можно кое-что купить и в магазинах, в интернет-магазинах, но не хочется, честное слово, заказывать почтой. Я больше люблю вот вживую сходить, купить и радоваться. Вот такие вот были у меня покупки в этом месяце. Теперь я с радостью смогу их начать дарить, что-то оставить себе. Спасибо огромное всем за внимание. Спасибо всем, кто был со мной. Надеюсь, со мной было интересно. Всем до новых встреч и всем пока!